Суммы у всех, в принципе, приличные. Вот. Ну, от Начиная и до. от 50 тысяч рублей и заканчивая миллионом. миллионом. Да. Какая была махинация, непосредственно пирамида, как была построена? Глеб Дмитриев брал деньги, в дальнейшем обещал привезти какой-либо товар. На протяжении где-то около полугода, 8 месяцев, он все, в принципе, свои обещания сдерживал. Товар приходил, вот. Но в дальнейшем он сделал все по-другому непосредственно. Сказал, что он занимается машинами. И предложил нам заказать у него машины. Вот. Что мы, И собственно, и сделали. сделали, да.